Так, ну что, мы готовы это кушать? Да. Ну, мы не только будем кушать. Так, на экране у вас будет появляться история, я буду их озвучивать, и ваши, они будут не закончены. Ваша задача их как-то продолжить. Смешно, оригинально, не смешно. Сейчас будет, а нам их надо кончить, да? Ну, типа... Я Щербаков, мне похуй. Смотрите. Куда? Че, Ром, пошел нахуй. Нет, тут не будет как в ЧБД, это нет в ЧБД. Тут я не буду с вас рофлить, типа, зачем вас так жестко унижать. И кто хуже всего отвечает, приносит у нас 3 блюда закрытых. Кто хуже всего отвечает... А может открытых? Вот это я нормально сказал. Ой, бля, не могу. Да, сразу говорю, чат этот... А может позже скажешь? Пока что принимает участие... Блин, это зарофлили жестко. Так, чат будет принимать участие, сразу говорю. Но если чат будет предвзят кому-то Наташе, либо там, кому-то еще, то я сразу говорю, чат больше не будет принимать участие. Так а как без предвзятости? Все равно будет предвзятость. Не, ну слушай, если например... Если не ко мне, то кому-то другому, он кири. Нет, ну если ты жестко пошутишь... Он кириешки, блядь. Если ты жестко прям пошутишь, а кто-то хуже пошутит? Я пошучу, да, блядь. У меня же уровень и скилл в этом, блядь. Не, ну я имею в виду, ну там не пошутишь, ответишь. Или он пошутит, нахуй. Да, блядь, насел у него что-то. У меня вообще, да, ребят, отменяйте нахуй. Или... Вот смотрите, у вас... Да давай, короче, депуй, блядь. Так вот, да сказать до конца. Продавачки дрил пила. Нужны кому-нибудь силин. Магазин на диване, блядь, в натуре. Так вот, кто хуже всех там себя покажет, тот будет есть самое невкусное блюдо. Кто лучше всех, тот вкусное блюдо. Кто посередине будет, тому как прокнет. Все, я надеюсь, вы готовы, я буду выводить это. Так, Санта такой веселый в основном потому, что знает что. Что он сказал? Санта такой, вот, блядь, можешь считать. Санта такой веселый в основном потому, что знает, потому что знает... Маму ебал. Да, там нету буквы В, да, согласен. Начали с хуёво. Веселый в основном потому, что знает. В основном. Я бы хотя бы подготовил. Санта такой веселый в основном потому, что знает... Но. Блять, это пиздец. Нормально надо давать. Ну почему веселый? Потому что знает, чем детей привлечь потом. Че нахуй? Блять, твой первый вариант зачитывать или второй? Не, вообще не ебет. Что знает дорогу до твоей мамы. Мне просто нужно знать дорогу всю. Дорогу, блять, дорожку знаешь. А че, одно слово нужно? Не обязательно. Можешь хоть целую историю рассказать, там, блядь, почему он веселый. Санта такой веселый в основном, потому что знает, где баллон с ракет по акции, блядь. Я ебал нахуй. Это вообще пиздец. Ладно, модер, делайте опрос. Кто у нас сейчас победил? Сережа? Я самый крутой, да, всегда. 61% у него. Да, победил. Или 21%, и у Наташи 18%. Нормально. Раз, два, три. О, котлеты! Что это, блядь? У меня пицца. А у меня... Это что такое, блядь? Тебе хуя мы специально выложили. Это как будто яйца вынули, блядь, из мешка. Это, кстати, прикольно, это ягоды. А, это ягоды. Это лича? Да, лича. А мне 2 круассана, в чё 2? Бля, чё, хоронят? Бля, я говорю, это как будто яйца вынули, блядь. А у меня... А, да, на... Фу, блядь. Бля, подумал, что чебупицы... Бля, на самом деле, Наташа, тебе жестко повезло. А что это такое? Повезло? Да. Это ложка меда? Нет, это не ложка меда. А что это? Сейчас, я попытаюсь понять. А мы что, едим уже? Да, мы все уже есть. Это доктор Мом какой-то. Это кадыин. Доктор... Доктор Мом. Бля, ты хотел кушать? Да, блядь. А ему все надо съесть? Ну, не обязательно, не обязательно. А что, как оно? Пустая ложка. Это доктор Мом. Вкусно? Она не выпила. Она не выпила? Как не выпила, она пустая. Пиздишь, она там есть. Выпивай. Это доктор Мом? Нет, это не доктор Мом. Доктор Кан? Почти. Бля, вроде сладкая, вроде такая невкусная. Хуя. Ну это экзотический фрукт какой-то. Даша, что это у Ильи? Не помню. Хуя. Съела? А что это такое? Пиздишь, она не съела, она наебывает.
Ты же с тарелки слизывать. Это вообще очень вкусно, это горько. Бля, ебать, у меня руки трясутся, пиздец. Горько? Горько, пиздец. С тарелки слизывай. Да подожди, да нет. С тарелки слизывай. Она вот это сливает. Бля, я здесь Рома надрочил просто. Здесь Рома надрочил в тарелку. Чисто в миску, блядь, насолил. Я с первым прозрачный, а Ром тебе 10, блядь, или сколько? Фу, блядь, грузовик какой-то. Наташа сперму ест. Что это такое? Актеры сейчас завелась. Ну, Наташа, у тебя дохуя еще здесь. Давай попробуем. Ладно, все, да, можно дойдать. Давай я попробую. Что это такое? Так, Даша. Попробуй, блядь. Это мега отвратительно, мега мерзко. Ну, оно съедобное. Блядь, а что это за хуйня? А, это этот, который из этих, как они называются? Для горла принимают. Да, шприцов такой. Да, 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 я понял, о чем ты. Нет, это не оно. Фу, это ужасно. Как блядь. Мой юмор. А ты что ел, круассаны? Да, два круассана. Нормально. Нурофен, вот. Нет, это не нурофен, это не рыбий жир. А что это, Рома? Не, рыбий жир я пробовал. Хуй сейчас же опробовали, ты можешь сказать? Ну, это съедобная смазка. Фу, блядь, я это еще и попробовал. Блядь. Да мы не. Нет, да мы не пользовались ей. Да, нет, Рома из жопы вытекла, блядь, выжили в тарелку. Да не, фу, блядь, вообще честно. Не, она съедобная, это специально. Блядь! А ты тоже попробовал? Да. Сидим все трое опущенные. Блядь, это был нурофен ебаный какой-то, нахуй. Сидим попущенные все втроем. Да, можно забирать. Рома из-за петухов на зоне сделал за секунду, блядь. Все, опущены. Теперь за руку с нами не здоровайся. Нет, она съедобная, Таша, ничего такого нет. Она... Меня видите, можете в ебальник рыкать. Не, просто ее ты типа вот так проглотила прям. Спасибо нормально. Большое, Даш. Слово автомобиля хватит до конца жизни, если ездить... Как? Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить... На шее. Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить аккуратно. А парковаться как Наташа. Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить на инвалидной коляске. Вот как-то так. Понял отгадку. Ромчик. Если ездить в багажнике. Нет? Нет? Я думаю, это отгадка, реально. Авто. Его автомобиля хватит до конца жизни. Его. Если едет на трактор! Да, да, я. Бля, не, подожди. Ладно, все, говорите свои ответы. Да это хуйня сейчас, подожди. Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить по тротуару. И давить нахуй! Да не, не про это говорю. Бля, это до конца чьей жизни, бля. Ну, до конца жизни, типа, ну, конец жизни, это типа, все уже. Да, я понял. Мы так не ездим, мы осуждаем опасное вождение. Резня! Какая нахуй резня? Люди как резня 2003. Люди как прыщи, их можно давить, типа такого. Ну, говори, Наташа. Я же сказала только что. Да. Так, все, делайте опрос на Серёжу. Да я ничего не сказал. Ну, скажи уже. Его автомобиля хватит до конца жизни, если... если, блядь... Блядь... Его автомобиля до конца жизни, если ездить на Audi Q R7 и постоянно оставлять ее в техсервисе. Чего? На шефа, блядь, напиздел! А, RS7, кого? RS7. Так, давайте вопрос запускайте, модры. Третий? У нас Илья занимает первое место. Ебать. Вы тебя чихал, как уебать. Между вторым и третьим местом отрыв 11 голосов. На втором месте у нас Наташа, на третьем Серёжа. Так, делите между собой. А чё? Какое? Так, второе, это которое экзотическое. Давайте, раз, два, охуел вообще. Три. Кириешки, сука! Давай три корочки. Нихуя не сдавал. Бля, три корочки, ебать! А, типа... Вот это нормально! Бля, причем на нормальную... Наконец-то на нормальные шутки что-то... Бля, типа не надо. Чем психаю нахуй? Расмал я накрашу. Я вот там беру не могу. А это что такое у тебя? А? Что такое у тебя? Я не знаю, какая-то водка. Смазка опять? Забили, ребята? А, это водка. Нет. Это водка. Нет. Это блядь, масло. Как кириешки попались кириешки? Масло, это подсолнечное масло, рафинированное. Mm.
Хватит ее супариков. Это твоя тема. Три корочки. Я не люблю. Ты будешь, Джош? А, да, да, да. Джош, там соуса нет у них, они перестали говорить. На базу, нахуй. Да не, спасибо. Кетчуп какой-нибудь. Продавец, стараясь продать шляпку уже не молодой женщине, говорит: вам так идет эта шляпка, а это перо на шляпке сбрасывает вам лет 10. Хорошо, беру, только дайте мне... В лоб нахуй, кофе на брус. Можно зачитывать как ответ. Дай мне в лоб нахуй. Бонусную карту, карту лояльности, 5% скидки. Пакет. Женские приколы пошли, мне кажется. Продавец, стараясь продать шляпу уже немолодой женщине, говорит: вам эта шляпа, вам идет эта шляпа, шляпка. Это перо на шляпе сбрасывает вам лет 10. Хорошо, беру, если сбросите мне килограмм 30, блядь. Чтоб еще, блядь, еще более сбрасывало, блядь. Я не знаю, что вот, сказать. Да я. Вот вам так идет эта шляпка, это перо на шляпке сбрасывает вам лет 10. Хорошо, беру, только дайте мне подумать, до свидания. Я просто осмотреться пришла. Я на тебя вопрос. Илья на первом месте, Сережа на втором, Наташа на третьем. Nice car! Не расстраивайся. Эй, Патрик, nice car! Ой, я даже знаю, что Наташа на невкусное принести. Не расстраивайся. Раз, два, три. О, это я люблю! У меня попкорн. А это маринованный лук. Это я съем. Воздушная скотина. Не знаю, попробуй. Один уксус там сказать, был? Что нет, я не скажу. А что там у тебя? Что, Наташа, ты же бивала от этих. Фу, блядь. Да, но недавно я съела, и мне понравилось. И мы с Юлей... Сука! Мы специально купили, чтобы тебе всунуть. Мы с Дашей, типа, помнишь, ели, Даша? Да, помню. Ну вот. Что за хуйня? А блядь, что? Бля, смотрите, а что у меня? Что это нахуй? Чеснок? Я не знаю, что это, он какой-то, блядь, черный. Попкорн. Попкорн. У него просто чеснок, Даша? Нет. Это не... Ну, я не скажу, что это. И как ты можешь сказать, что это, блядь? Как я должен угадать? Ну, попробуй, я тебе потом скажу. Дематик, дематик. Хоть бы это была бебра. Сейчас пока... А, нет, это фрукт. Это у меня попкорн. Кокпорн, блядь. Это я подумал сейчас, что... Я не пробовал острицы. Устрицы проволока? Нет. Потому что это яйца маринованные какие-то. Да, вкусные. Ну, они на любителя, но мне понравились пиздец. Да, вкусные, попробуем. Очень вкусно. Блять, после тебя. Ой, как сладенько, вкусненько! Это фрукт, да. Да, вкусненько, фруктик. А погоди, как будто улитку выдавили, блядь. Ой. Сережа, что это? Я еще ебу, Даша не хочет говорить. Знаешь, что одна устрица такая примерно стоит... Это фрукт. 2000 рублей. 2000 рублей за устрицу? Угу. И что, прям так есть? Да. Просто проглатывай сразу. Сразу проглатывай? Проглатывай, да. Да можешь распробовать, а тут без разницы. Ну, лучше проглоти. А, это личи? Да что за фрукт такой? Опять личи? Что за фрукт такой? А можно я это выплюну? 50% это? Да, выплюну. Не, не сюда. Пойду в туалет это. А что, не понравилось? Да, пойду слона сброшу в туалет. О боже, ну и срань. Мангустин, да? Нет, я не помню. Да энигма, пацаны, блядь. Ебать, оно реально на чеснок похоже было. Это пиздец, чеснок реально прям вылезает. Вкусно, нет? Да, он сладкий очень. Попробуешь? Я никак. Бля, вот как человек вообще понял, что вот определенные вещи можно есть, блядь? О, прикольная, блядь, выглядит как сопля, давай-ка в рот. Что за хуйня? Не, а мне пиздец понравилось. Не, я ж фу. Я как Фредерик Феллини. Так, кирешками здесь? Нет. Не. Ладно. Ебать, кирешки лечат. Потом. Что, поедем куда-то? Да. Да.